Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю фенхель кочанный в открытом грунте. Для этого я уже место подготовил, борозочки сделал. Борозочки сделал глубиной где-то сантиметр 2,5, ну около 3, не больше. И ширины борозд взял 40 сантиметров. Думаю, что это должно быть достаточно. Семена. Семена у меня купленные, вот такой торговой марка D. Френце назвали. Сейчас посмотрим семена сами. Вот сами семена. Вот такие. Напоминают мне семена аниса. У меня они родственники. Ну, должны быть похожи быть. Сейчас я распределю семена. Семена, конечно, я буду сажать не так. Ну, чуть гуще, после сходов уже распределю, сколько ставит. Ну, между ними должно оставаться сантиметров 15-20 между растениями. Ну, а тут расчет того, что может еще они какие-то не зайти. Ну вот, семена я распределил. Остальные насыплю. Какие тут еще пригодятся. И обязательно накрываем не толстым слоем. Ну, как не толстым. Как есть, короче, поглубнее. Кстати, борозочки я увлажнял. Наверное, говорил или нет. Но все равно предварительно, чтобы семена попали в влажную среду. И легенькая утрамбовочка. Семена фенхеля намного дольше сходит, чем другие растения. Поэтому я обязательно накрою салфаном, чтобы было, удержало влагу. Ну и подождем потом сходов. Двадцатый день, как я посадил фенхель в открытый грунт, семена. Недели назад уже начали показываться первые всходы. Я сразу целлофан снял, чтобы они не спеклись под целлофаном. На данный момент вот такие уже. Листочек пустил один. Ну, взошли, конечно, не везде. Но надеюсь, что в дальнейшем зайдут остальные. Так как фенхель долго всходит. Мы будем надеяться. Кстати, вот фенхель и укроп. Вот тут растет. И они, вот смотрите, чуть не одинаковые. Ну, родственники, поэтому и похоже. Ну, дальше поддерживать водный баланс и прополку не задерживать. И ждать дальнейшего роста. Прошел месяц, как появились первые всходы. Ну, чуть позже уже появились остальные всходы. Смотрите, густота нормальная. Ну, расстояние между растениями оставил я сантиметров 8-10. Ну, тут одного вредитель поточил, ничего страшного. Ну, а так в основном хорошие они. Ну, теперь опять дальше продолжать водный баланс поддерживать. Траву вырвать, не дать травой зарасти. Ну, и немножечко можно разрыхлять позже. Я раньше, это чуть раньше разрыхлял, немножечко окучивал. Позже еще, если надо будет, опять надо будет разрыхлять. Ну, надеюсь, что скоро мы получим урожай. Еще полмесяца ухода и фенхель наш, смотрите, уже кочаны появились, не особо крупные, конечно, но есть. Смотрите, вот уже при желании можно снять и использовать их. Сейчас я одного сниму. Вот таким образом мы его почистим. Ну, это же готовый продукт. Ну, конечно, большинство еще маленькие. Ну, часто это крупнейших я использую, а маленьких я оставлю на дальнейший рост. Ну, на все это у нас ушло 2 месяца. Ну, может, чуть больше. Ну, в любом случае, это нормальный результат, нормальный срок.
На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До следующих видео. А здесь у меня скорционера растет. Это корнеплод такой. Об этом на моем канале есть отдельный ролик. Если интересно будет, можете открыть, посмотреть.